Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я снимаю обзор оценку банкноты 250 рублей 1917 года. Эти банкноты были разработаны временным правительством в сентябре 1917 года. Выпускались при советской власти до 19-го. Несмотря на изображение двуглавого орла и указание о размене на золотую монету, они выпускались при советской власти. Серии ниже АА-019 относятся к выпуску временного правительства. Осенью 22-го их обменивали на денежные знаки нового типа. Рисунок выполнен в коричневом, темно-зеленом, бежевом, красном и светло-зеленом цветах. Стоимость этой банкноты зависит от состояния. Средняя стоимость составляет 180-200 российских рублей. Если этот ролик был вам полезен, оцените его лайком. Также напишите свое мнение о этом обзоре в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!